Ась, только не надо ее бросать. Ну что, или я должна ее нести? Все, ты наигралась. Ну вот. Я должна нести. Ну что, Ась, вот твоя мышка. Если она сейчас вскочит и побежит, я не удивлюсь. Ась, чего ты это? Чего ты это? Несем, Кось? Пошли. Ну так я мышей должна носить. Ну, Ась, ну правда, ну взяла свою мышку и неси ее сама. Довольная, счастливая. Пойдем покажем Косину мышку. Вот так вот и ходим, и охотимся. Раньше брала майонезное ведерко. Сую надо брать опять. Барсик, пошли с нами. Все, довольная, кошка довольная. Грейка нас обогнал. Да, Грейк? Раньше Грей кушал после Аськи мышки. Ну, я продолжаю нести мышку. Продолжаем бежать домой с добычей. Грей и Барсиком за нами идут. Мы бежим. Я иду. Мышка висит. Капец. Да, ношу домой мышей. Ну, что это такое? Ну, просто красота. Сейчас Косяна будем угощать. Раньше мы, кстати, живых мышей носили. Ась, пойдем. Свою миссию выполнила. Ась, давай, 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 домой, домой, домой. Ага. Несу твою мышку. Твоя мышка? Чья? Ась, да. А ты идешь в клетку. Ну все, Аське мышку я отдала. Фу, Ась, я домой мышей ношу. Рыжего клетки закрыли, а то он заберет. Сейчас Косяна... Сейчас Косяна. Кась! О, Косян пришел. Смотри, Аська мышку принесла. Вот, смотри, мышка. О, Мася пришла. Ну что, кто будет с мышкой разбираться-то теперь? Алло. Мась, Ася, нахрена мы несли мышку? Все, поймала, притащила домой. В общем, как я и рассказывала, мы с Асей ловим мышей, складывали их в ведерко, приносили домой. Косян счастливый, он не выходит на улицу. Все, понеслась душа в рай. Поскакал с этой мышкой, буриком. О, Мася побежала. Кася на него шипел. Казалось, что не трогай, моя мышка. Рыжий у нас в клетке, бедный. Вон. Че, а я тебя выпущу чуть позже. Ася отдыхает после охоты. Ой, счастье сколько у Каси. Ой-ой-ой. Наконец-то пришли с охоты. Кася шипит на Масю. А че ты Масе не берешь, кстати? Кошмар, кошмар. Все, веселье у кота. Маське тоже хочется. О, как ты рычишь. Мась рычит на тебя. Слава богу, Косян такой не растягивает сильно удовольствие. Поигрался, съел.